Добрый день, вы на канале Айка ТВ. Мы сегодня продолжаем играть в игру «Сказочный патруль». Наше задание – забери награду благодарного жителя. Это мужчина с музыкальным инструментом. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Мы получили награду 90 монет. У нас новое задание. У местной модницы. Побежали к ней. Поднимаемся по ступенькам. Вот местная модница. Мои друзья туристы, и завтра они возвращаются домой. Поможешь собрать для них сувениров? Да мы вроде никогда не отказывались, мы всегда всем помогаем. Нам надо найти среднего бабая. Средний бабай находится в лесу. Бежим туда. Давайте лучше телепортируемся. Так будет быстрее. Мы в лесу. Привет, леший. Пойдемте искать среднего бабая. Где у нас средний бабай? А вот он. Хорошее фото. Возвращаемся назад. Телепортируемся. И мы в парке. Бежим к моднице. Черный кот, привет. Молодец, и как быстро все сделала. Приходи позже и забирай свою награду. Через 2 минуты, но мы подождем. Или давайте лучше походим, пособираем какие-нибудь нам нужные предметы. Вот козленка сфотографируем. Эхо. Идемте дальше. Еще один эхо. Хорошее фото. Мы получили 3 монеты. У нас новое сообщение в телефоне. Смотрим. Кому-то требуется помощь. Это опять мужчина с музыкальным инструментом. Побежали к нему. Одна моя знакомая просто мечтает получить подарок несколько необычных вещей. И так далее. Мы знаем, что он хочет. А хочет он астралист. И он у нас есть. Благодарю от всей души. Ты очень славная девочка. Забежишь позже. Давайте посмотрим, когда это. Через 10 минут. Очень хорошо. Пойдемте в лесу погуляем. Будем собирать сказочные существа и растения. Они нам пригодятся. Козленок. Поляна с путевыми знаками.
Мы в лесу. Злыдни. А это малый бабай. Очень хорошо. Злыдни. Скоро нам придется покупать новые инструменты. Лопату за 5000 монет и фотоаппарат. Фотографирую. Злыдни. Мандрагора. Еще одна мандрагора. Бежим, Алён, бежим. Как красиво в ночном лесу, вы обратили внимание, ребята? Да, пойдем обратно. Будем возвращаться в город. Вернее, не в город, а в парк. Ботинок. Средний бабай. Очень красиво в лесу. Очень-очень. Злыдни. А, это саламандра. Давайте сфотографируем. Хорошо. И еще раз навестили лешего. Фотографировали двух братьев злыдней. Кто тут спрятался? А это малый бабай. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал Айка ТВ. Давай, Алён, будем возвращаться в парк. Бежим по мостику, и мы в парке. Вот нас уже ждет мужчина. 15 монеток, очень хорошо. Новое задание. Опять местная модница. Одна моя знакомая просто мечтает получить подарок. Несколько необычных вещей. Держи список, если справишься, монет не пожалею. Давайте посмотрим на этот список. Ей нужна бегония. А у нас ее нет, но она где-то рядом здесь. На выходе из города. Я ее видел. Ой, сейчас ее нет. Ну надо же.
Бежим тогда обратно в центральную часть парка. Там точно где-то я видел. Так, тут нет. Здорово. Давайте посмотрим здесь. Вот. Очень хорошо. Возвращаемся. Осторожно по ступенькам поднимаемся и начинаем разговор. Молодец, и как быстро все сделала. Приходи позже и забирай свою награду. Посмотрим, как долго придется ждать. Вознаграждение целый час. Хорошо, вернемся через час. Час прошел. Вы получили 90 монет. Новое задание. Найдите горожанина. О, он тут рядом. Я знаю. Побежали. Дождик начался. Вот горожанин, давайте поговорим. Одна моя знакомая просто мечтает получить в подарок несколько необычных вещей. Держи список. И если справишься, монет не пожалею. Давайте посмотрим список. Ему нужна сока. Всего лишь, но у нас ее нет. Но мы сейчас быстро ее найдем. Она где-то в городе. Тут нету. Побежали дальше. Варежка. Как назло, вся сока попряталась. Что же такое? Прям как нарочно. И тут нет осоки. Ну надо же. А вот куст осоки. Отлично. Пойдемте к горожанину, отдадим ему куст осоки. И получим вознаграждение. Благодарю от всей души. Ты очень славная девочка. Забежишь позже, я смогу тебя отблагодарить. Давайте посмотрим, сколько нам придется ждать. 3 часа. Будем ждать. Вернемся чуть позже. А вернее через 3 часа. Всем привет! Уже настало утро, мы вернулись. Давайте заберем наше вознаграждение у местного жителя. Побежали к нему. Он нас ждет. Давайте с ним поговорим. А говорить не будем, мы просто возьмем 270 монет. Очень хорошо. У нас новое задание. Бежим к ней. Мои друзья-туристы, и завтра они возвращаются домой. Поможешь собрать для них сувениров? Ты меня просто спасешь. Поможем. С удовольствием. Надо найти саламандру. У нас она есть. Отдадим. Благодарю от всей души. Ты очень славная девочка. Забежишь позже, я смогу тебя отблагодарить. А давайте посмотрим. Как долго мы будем ждать? 8 часов. Давайте используем кристаллы и завершим задание. Заберите награду.
720 монет. У нас новое задание. Давайте посмотрим. Опять нас вызывает мужчина с музыкальным инструментом. Сколько у нас осталось кристаллов? Ну, хватит. На сегодня хватит. Бежим к мужчине с музыкальным инструментом. Не узнаешь меня? Как же так? У меня очень популярный блог про нас, Мышкин. Поможет добыть кое-чего для следующего обзорного видео? Поможем. Давайте посмотрим, что ему требуется. Ему требуется клевер. И он у нас есть в рюкзаке. Вот спасибо, какие все-таки у нас Мышкины милые дети. Зайди попозже, у меня для тебя кое-что будет. Давайте посмотрим, когда надо зайти чуть позже. Через 8 часов мы также используем кристаллы и завершим это задание. Заберем награду. 720 монет. Очень хорошо. У нас новое задание. Возвращаемся к мужчине, который стоит на входе в парк. Мы в городе. Одна моя знакомая просто мечтает получить подарок несколько необычных вещей. Держи список. Если справишься, монет не пожалею. Посмотрим на этот список. А ей нужна бегония. Будем искать бегонию. Отлично, возвращаемся. Мы снова в городе. Отдаем бегонию. Благодарю от всей души. Ты очень славная девочка. Забежишь попозже, я тебя благодарю. На этом будем заканчивать наш сегодняшний обзор. Всем пока. До встречи. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.